После окончания уроков ученики 14-й гимназии домой точно спешить не захотят. Открытие пристройки на 500 мест решит вопрос не только со второй сменой в учебном заведении, но и позволит увеличить время в внеурочной деятельности. Это и скретч-программирование, и робототехника, и много всего другого. Вот. И наш проект, который называется «Предпринимательский класс», он тоже самое получит большое развитие, потому что возможности большие. Кабинеты лаборатории, кабинеты физики, химии, биологии, они сделаны из блоков, из лаборантской и двух полноценных кабинетов. Кроме этого, теперь в гимназии есть актовый зал с качественным светозвуком, оборудованием и большим экраном. Полностью готов функциональный спортивный зал. Оборудована школьная столовая с двумя линиями раздачи. Новый пищеблок оснащен современной техникой. С января учеников порадуют новым меню. Наработок у всех много учителей, вы же сами понимаете, да? Все хотят все, что наработали за многие годы, принести сюда. Ну и будем в выходные дни осваивать новые интерактивные доски. Новый корпус уже оценили ученики и их родители. Здесь будут обучаться ребята с 5 по 11 класс. Заниматься дети начнут с понедельника, 4 декабря. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».